Добрый день, компания «Спецпартнер». Сегодня к нам обратился клиент. Открыли, значит, новую автомойку. Автомойка называется «Автохит». Улица Вавилова, дом 1, строение 3. Верх ковры 250 рублей. Комплекс 350-400 рублей. Рекомендую. 100 рублей за рекламу дали. Засадилась сливная яма, сливной колодец. Значит, заказчик пробовал сделать данную работу обычной ассенизаторской машиной, так как она дешевле. Дешевле ориентировочно в два раза по тарифу. Значит, но ил, он имеет такую густую консистенцию, и обычная ассенизаторская машина с ней просто не справляется. Значит, было принято решение привлечь для работы илососную машину, илососный автомобиль на базе КАМАЗа. То есть довольно-таки мощная техника. При работах илососом в шланг попадают, затягиваются даже кирпичи. Some fool by the wayside, some can swim. Bad man, fool is a fool. I ain't following the rules when I do my thing. I got a bad attitude with a bad mentality. Try now I value my bad man family. Every one of them are everybody like battery. Check out the... Для данной работы он неоднократно привлекал ассенизаторскую машину. Почему он использовал всегда ассенизаторскую машину, а не илососную? Значит, все, как он пояснил, упирается в стоимость. То есть ассенизаторская машина, она дешевле по тарифу ориентировочно в два раза. Но нужно понимать, что скупой платит дважды, дурак платит трижды, лох платит всегда. То есть последний раз, когда приехал ассенизаторский автомобиль, он откачал не более полкуба. Полкуба. Заплатить пришлось за всю, за весь рейс. Ароматизация пошла. Friendly, you better off stepping off and holding your corner. My city ain't fresh like water. No place for your son or your daughter. Holler at my youngers, they got the numbers. Cash by the hour, not cash by the quarter. Power, every 15. That means head tops could be coming off clean. I don't wanna boast and brag about my ends, but my roadside in the city of dreams. Nightmares, plots, schemes. You never know when you're surrounded by fiends. I get it straight, even a gal, let me train to assassinate.